Мы снимали в концлагере Дахау, в Баварии. Там музей, огромные фотографии, окружение Гитлера, партийные секретари, руководители штурмовых отрядов, эсэсовцы. В общем, фотографии мне эти по книгам о Третьем Рейхе знакомы. Но там они огромного размера. Я впервые увидел эти лица. Вы знаете, в художественных фильмах даже нацистов играют актеры с интересными, яркими лицами. А здесь я впервые разглядел, это не просто мерзкие лица, это какие-то дегенераты и вырожденцы. И вот вопрос, как могли вполне порядочные, нормальные люди затесаться в их ряды?